На полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области завершился всеармейский конкурс среди минометных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации «Мастера артиллерийского огня 2017». Артиллеристы в течение 5 дней состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса, в поражении целей из автоматов и пулеметов Калашникова. Стрельбе из гранатометов. Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «Змейка» и колейный проход на транспортной машине «Урал-43-206». Лучшие показатели продемонстрировала команда Западного военного округа и получила право представлять Россию на одноименном международном конкурсе армейских международных игр 2017, который пройдет в августе на полигоне «Гвардейский» в Республике Казахстан. Второе и третье места заняли команды Михайловской военной артиллерийской академии и Южного военного округа, соответственно.